Поддержка материнства и детства – один из главных приоритетов государства. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Беларусь сохраняет свои социальные обязательства по поддержке семей с детьми, поскольку это имеет большое значение для будущей социально-экономической и демографической ситуации в стране. Серьезные меры приняты в последние годы при реализации национальной программы демографической безопасности. В стране обеспечен рост размеров пособий по уходу за детьми. Введены дополнительные виды материальной поддержки семей, предоставляется широкий спектр социальных услуг. Так, при рождении и воспитании детей назначается 11 видов пособий. В прошлом году в нашей стране на свет появилось 119 тысяч детей. Рекордный показатель в новейшей истории Беларуси. Республика по индексу материнства занимает 25-ю позицию среди 179 стран, благоприятных для материнства, а среди стран СНГ находится на первом месте. Увеличилось в стране количество многодетных семей. Свыше 50% новорожденных – это вторые и последующие дети у родителей. Только в столице ежегодно число многодетных семей увеличивается в среднем на 1000. Республика Беларусь относится к странам с низким уровнем детской и младенческой смертности. Система поддержки многодетных семей усилена введением с 2015 года нового элемента – семейного капитала. Это единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств в размере 10 тысяч долларов при рождении, усыновлении, удочерении третьего или последующих детей. Воспользоваться ими можно только по достижении ребенком 18 лет, за исключением затрат на медицинские услуги. Если в марте 2015 было открыто 2 таких депозита, то уже в марте 2017 – 34 937 депозитов.